Добрый день, меня зовут Никита Северинов, и я веду курс лекций по технологии HTML5 Canvas. Как вы видите, что я уже сделал инициализацию Canvas без отрисовки чего-либо на нем. В предыдущем занятии мы рассмотрели, как отрисовывать обыкновенные полигоны. Это как многоугольники, треугольники, окружности, точки, то есть окружности, линии и текст. Теперь рассмотрим, как сделать. Вот представьте, у нас есть сайт, на котором анимированный фон. Как это делается? Давайте рассмотрим. Вот я создал видео. Вот его воспроизведем. Где это часть моего рабочего стола и где я перемещаю иконку. Для наглядности, я думаю, этого хватит. Ширина и высота канваса у нас 400 на 300. Теперь, чтобы добавить видео на страницу, мы пишем видео, ID, видео, через ключевое слово видео. То есть у нас тег имеется видео. Видео ID равняется видео. Указываем путь к видео, так как у нас файл lesson02.html находится там же, где и video.ogv, тогда мы просто указываем video.ogv. Теперь, после этого, как я сейчас запущу страничку, он у меня покажет первый кадр моего видео, так как у меня никакой цикличности воспроизведения пока что вот здесь нет. Давайте проверим. Вот я запустил, вот мой первый кадр моего видео. Почему сдвинуто? Потому что у нас здесь стоит еще canvas. И я поставил BR. Теперь, для наглядности, давайте я его запущу. Можно сделать двумя методами. Autoplay означает то, что при загрузке страницы он автоматически начнет воспроизведение нашей записи. Со звуком, да. Ну вот. Это технология HTML5. Теперь я добавлю методы управления нашего видео. Controls. Перезапущу. У нас добавился Controls Bar. Соответственно, оформление нашего видео в каждом браузере будет по-иному. То есть в Mozilla так, в Google так, в Safari так. Теперь, как сделать так, чтобы у нас вот это видео отображалось не как видео, а как рисунок нашего канваса. Но перед этим давайте рассмотрим основные команды преобразования. Вот у меня есть картиночка html5.gif, на примере которой я хотел бы рассмотреть основные команды преобразования. Матрицы преобразований, такие как scale, масштабирование, translate, перемещение относительно начала координат. То есть мы перемещаем нашу систему координат в ту точку, в которой мы укажем функцию translate. Масштабирование, translate, перемещение, сдвиг и rotate. И поворот. Так. Видео я пока что странички уберу. Давайте его не уберем, а для удобства, чтобы в дальнейшем можно было его использовать, мы просто его сдвинем на бесконечное расстояние. Указываем style. Нам не нужно, чтобы он здесь отображался, поэтому мы пишем style position absolute. Position absolute означает, что мы можем двигать объект относительно экрана в любое место. Left, пускай будет 3000 пикселей. Вот он у нас двинулся. Но, у нас, видите, у нас вот здесь осталась строчка.
указываем его видимость. То есть сейчас у нас видео не будет видеться. Вообще-то можно было не сдвигать его. Давайте его действительно сдвигать не будем. Но вот вы запомнили этот способ. Любой элемент можно сдвинуть или просто сделать его невидимым. Так. Изобрести hidden position. Все. Теперь, чтобы удостовериться в этом, присвоим ему z-index 0. Z-index означает слой. Как в фотошопе, слои. То же самое и тут. У канваса пускай будет, тоже мы укажем ему style. И z-index 1. Я упомянул, что мы будем делать потом анимированный фон, поэтому z-index слои нам очень пригодятся. То теперь у нас есть на страничке видео, сам элемент canvas и инициализация canvas. Давайте на страничку еще включим картинку. Так, вот она у меня, эта картинка html5.gif. Теперь картинку мы включили. Смотрим. Так, сейчас, секундочку. HTML5.gif. Да. Сама картинка. Вот. Я ее показал, как вывести ее тегом img image. Она сейчас над канвасом и над видео. Это один из способов задания картинки на странице. А так как мы используем канвас, давайте мы его позже рассмотрим, вот этот способ, и перейдем к способу в канвасе. Напишем функцию image, которая будет отображать изображение в canvas. Пишем ключевое слово function in image. Теперь создаем глобальную переменную img. Пишем img равняется new image. То есть это у меня не переменная, это функция, которая предопределенная в HTML5. Неважно, это в JavaScript даже она предопределена. Теперь, чтобы указать путь, мы должны прописать img.src, ну и также html5.gif. Обновляем страничку, и у нас здесь, да, ничего не должно отобразиться. Рекомендую каждый раз при вызове функции init производить очистку нашего холста. Для этого используем функцию clearRect, которая рисует белый прямоугольник, то есть чистый прямоугольник 00 VH, где VH у нас уже имеет параметры канваса, высоту и ширину. И после этого мы давайте отрисуем рабочую область stroke rect. Вот, замечательно. Давайте немножко увеличим. Вот, 600 на 500 я сделал. Теперь, как только мы изображение, у изображения указали путь,
В лучшем случае мы должны сделать проверку, загружено ли изображение или нет. Потому что если у вас изображение весит 1 гигабайт, оно не сразу появится на холсте. Тогда делаем следующим образом. У каждого изображения, объекта изображения, есть свойство unload. То есть, что я сделал? По окончанию загрузки изображения у меня появится надпись «Изображение загружено». Ну, да, у меня транслит надо включить, во-первых, и кодировку это 8 изменить. Видим, он мне показал JavaScript то, что изображение у меня загружено. Здесь ставим функцию draw img. Draw img — это произвольная функция, я наименование любое поставил, то есть в данном случае я поставил наименование функции draw img, которая мне будет отрисовывать изображение и производить с ним манипуляции. Так как у нас img глобальная переменная, то нам не заставит труда и контекст глобальной переменной отрисовать изображение на холсте. Для этого используем функцию draw image. Первый параметр, который принимает само изображение, в данном случае у нас img, а остальные два — это позиция изображения. Вот, мы видим то, что у нас вышел он за пределы канваса, что не очень хорошо. Укажем канвас чуть побольше. Вот у нас наше изображение. Теперь рассмотрим с ним основные механизмы с использованием матрицы преобразования. Изначально матрица преобразования имеет аналогию с единичной матрицей. Так, теперь, чтобы произвести операцию вращения, поворота, масштабирование, мы должны сначала сохранить наше исходное графическое состояние. Это делается для того, чтобы вот наши манипуляции с матрицей не затронули другие объекты, связанные с нашей отрисовкой. Функция сохранения графического состояния есть функция save. Аналог функции, противоположная функции save, restore. Теперь, между функцией save и restore вы можете произвести любые махинации с нашим изображением. Они никак не будут сказываться на то, что написано вне этого, грубо говоря, цикла. Теперь, мы нарисовали картиночку и хотим, допустим, ее промасштабировать. Уменьшим масштаб, для этого используем функцию scale, которая принимает sx и sy, два аргумента. Пока работать не будет, потому что у меня sx и sy, они не существуют в моем контексте. Пишу, var sx равняется 0,5, var sy равняется 0,5. То есть у меня сейчас изображение уменьшится. Смотрим. Как вы видите, у меня изображение уменьшилось. Теперь я хочу перенести изображение вот сюда, не используя при этом аргумента x и y самого изображения. Я хочу перенести отрисовку системы координат в ту точку, который сейчас задам.
я задам переменные dx и dy, значение я позже напишу, и используем функцию, давайте напишем ее до масштабирования translate. Она принимает два аргумента dx и dy. Сдвинем систему нашу на 100-200. Мы сдвинули систему, вы можете заметить, то есть у нас была вот здесь сначала система, теперь она вот тут стала, вот тут. И вот тут, зависит от изображения, какие у него очертания. Но у нас сейчас система координат в точке 100-200, только вот между сейфом и рестором. Понятно, да? Потому что если я сейчас напишу вот здесь draw image, у меня она закроет мое предыдущее изображение и отрисуется сама полностью. Вот видите, то есть у меня закрыло предыдущее изображение, вот он большой такой, у меня сейчас HTML5, и закрыло мое маленькое. Как вы видите, функции save restore очень нужные функции, когда мы хотим сохранить наше графическое состояние. Но в данном случае у нас вот это вот исходное большое графическое состояние, и потом уже делать всякие манипуляции с ним, а потом просто мы его восстановим функцию restore, и все, что идет после функции restore, у нас будет в обычном нам виде. Поняли, да? Хорошо, уберем отрисовку изображения и давайте сделаем translate. Мы тоже уберем, хотя нет, translate давайте умирать не будем, потому что он нам понадобится для поворота. Теперь мы хотим, допустим, повернуть на 30 градусов наше изображение. Rotate принимает один аргумент, назовем его омега. Описываем var омега равняется mat.p деленное на 6. Вот мы видим то, что у нас изображение повернулось относительно начала координат. Если я угол ставлю меньше, естественно, угол будет меньше. Вот. Мы видим сейчас повернутое наше изображение. Теперь, как сделать так, чтобы у нас видео воспроизводилось в Canvas? Давайте, вот мы сейчас рассмотрели функцию drawImage, чтобы сделать фон видео, то мы должны использовать ту же самую функцию. Давайте укажем еще одну переменную с наименованием видео, проинициализируем ее в момент подзагрузки страницы. Вот. Вот мы сейчас здесь подгрузили наш видео в переменную видео. Так, теперь, чтобы нам все это воспроизвести, имеется в виду видео, давайте создадим еще функцию видео. Я написал вид, в который сразу будет видео CRC. Знаете, видео CRC нам не нужно, потому что что мы сделали? Мы вот здесь CRC прописали уже, а у нас получаются все свойства тега видео, переменное видео. Чтобы посмотреть работоспособность, давайте попробуем простейшую махинацию. Это draw image видео 100. Так как у нас функция идет до image, или точнее после, то у нас будет рисовать именно вот так.
Судя того, что у нас еще было HTML5, довольно в тему нам вышла эта картинка. Теперь, пускай у нас действительно вот это будет видео воспроизводиться. Как это сделать? Мы должны давать некую цикличность. Так как у нас тег видео, вот он, содержит большое количество кадров, мы должны менять кадры 20 с таймером 25 миллисекунд. Или микросекунд. Сейчас увидите. Теперь, как это сделать? Мы должны поставить set timeout. Функция set timeout вызывает первый аргумент, в который идет сама функция. А здесь указывается, через сколько она будет вызвана. Проверяем. Так, у нас зациклилась она. Так. То есть у нас сейчас она один раз воспроизвелась и все. Здесь мы ее вызвали. Вот у нас пошла. Я сейчас изображение не буду прорисовывать. Мне кажется, что оно как раз мешает нашему видео воспроизводиться. А, точно. Все. Смотрите. Так как мы у видео ничего не указали, то, что у нас будет он воспроизводиться или нет, мы должны вот controls заменить на autoplay. И теперь у нас вот функция setTimeout работать будет. Смотрим. Ну вот, вы видите, да? Поэтому не забудьте поставить автоплей в теги видео. У нас сейчас видео воспроизводится как изображение канваса. Давайте его еще раз воспроизведем. Вот оно, да? Это же есть анимированный фон. Смотрите, прописываем input type text position. Так, ставим position absolute z index, ставим двоечка, left ставим 200 пикселей и top ставим 100 пикселей. Смотрите. Вот у нас получилось то, что мы сделали анимированный фон, поэтому когда вы будете создавать свой сайт, можно пользоваться этим. Но не рекомендуется заливать большие видео большого объема. На этом я с вами прощаюсь. В следующих шагах, уроках мы будем рассматривать анимацию, твиннинг анимацию, айдл анимацию и обычную анимацию с использованием функции setTimeout. И рассмотрим еще пару функций, связанных с объектом canvas, имеется в виду с работой текста и с работой линий. До свидания, с вами был Никита Севильнов.